Здравствуйте. Здрасте. Представьте, пожалуйста. Ну, я 700-у Татьяна Владимировна. 57-го года рождения. Ну вот, вы сразу и... Ну все, ну ладно. Все тайны выдали. Я как в анкете. Татьяна, ну мы давно друг друга знаем, на самом деле. Хотела бы все-таки рассказать, наверное, не только о судьбе платка в вашей жизни, но и о вашей жизни в судьбе платка. Такая, наверное, будет у нас метаморфоза. Ну да, наверное. Потому что все-таки вы, немножко забегая вперед, наверное, одна из таких не совсем известных звезд, но при этом звезд настоящих. Нестандарт. Да, вы человек, который сейчас двигает, наверное, промысел, не дает ему стоять на месте вот так. Ну и, наверное, все-таки продвигает вперед. Потому что у нас... Татьяна Владимировна, когда начали вязать? Расскажите, пожалуйста. Ну, вообще вот вязать, приобщать меня начали в 7 лет. Вот до 4 класса меня натаскивали, чтобы я пыталась вот вязать, вот так вот, вязать там простые, вот домашний платок вяжут. Тогда были платки, середину простую вязали, тоже руками вязали простую середину, а каемки небольшие, вот каемочки, незамысловатый узор такой, какие-то змеи, какие-то эти, вот. И мама меня вот до 4 класса, она мне давала, я говорю, норма. Сначала научили вот вязать, чтобы без вот таких дыр было. Ну, чтобы нормально вязка шла. Потом мне стали доверять каемки домашние. Вот мама мне, норма, 5 зубчиков. Эти 5 зубчиков, это море слез было. Ну, я говорю, дети тогда были не такие, как сейчас. Сказали тебе, это закон, ты хоть обрыдайся. Вот. Ну и тут, конечно, и слезы, и сопли, наверное, и все. Потом, значит, с 4 класса мама в пухартель вязали. И мне стали доверять вязать уже в пухартельские каемки. Но так как мне вот это вот было очень противно, но я все равно вязала, куда денешься. Тебе сказали, вот пока не выполнишь, не встал. Ну вот, думаю, ладно. Вот вязала, но один раз летом, вот честно, сидела и довязывала, и мне было 2 или 3 зубчика связать. А ведь тогда же не такая быстрота у меня-то была, ребенок. Там пока по одной, и это было запредельное вот еще вязать. Вот мне вот до того было, я взяла и порвала. Вот представьте, попробуйте вот ее сейчас порвать вот поперек. Вы не сможете. А я умудрилась вот так ее порвать. Вот порвала и кинула, сказала, я больше не буду. Мама сказала, нет, ты будешь, перевяжешь и будешь это все. Вот я это вот, как я рвала ее, я помню. Ну, потом как-то все успокоилось, она тоже поняла, что это самое. После 4 класса меня отправили в этот, что там, лагеря были. В Оренбург. От пухартели были. Вот, кстати, пухпроизводство было, вы знаете, было море путевок для детей. Это вот тогда еще не помню, взрослые ездили или нет, но дети точно. Вот море было в профсоюзе путевок для детей. И меня отправили тоже вот с детьми, связальщиц, поехали в этот, в лагерь. А я домашний ребенок, я никогда никуда не выезжала. И там сижу и думаю, ну вот я неделю я кое-как выдержала, там 3 недели, по-моему, тогда раньше было, или 4 недели, прям длинные были эти заезды-то. Вот. Писала маме, мама, пожалуйста, забери меня отсюда, я буду каемки вязать. Она говорит, я как прочитала, что Таня у меня каемки будет вязать, значит, совсем плохо. Она села на поезд, поехала, и вот за неделю до конца потока, вот представляешь, как это было, как Ванька на деревне дедушке писал же, да, забери меня отсюда, вот тоже все будет делать. И я также писала, мама, забери меня, я каемки буду вязать. Она говорит, ну все, это вот меня добило сразу. Вот. Ну и я вот так вот, потом она мне видит, что вот я действительно, опротивили они мне. Она мне стала доверять начинать, ведь это очень сложно, начать узор и закончить его вот каемку.
Это надо же одинаково начинать и заканчивать. Причем не так, как некоторые вот сейчас начинают, каемка, допустим, вот так, да? Вот они уголок вот этот оставляют несвязанным, и вот отсюда начинают узор. Потому что не умеют вот это вот делать. А меня мама вот, она, ей начинать тоже, наверное, было это думать, вот сложно, ну, не то, что сложновато, но надо было вот это думать, рассчитывать. Больше времени. Да, она мне, на, начинай каемки, уголки. Вот я их начинала и все спускала. И вот у меня, наверное, в отношении каемок до сих пор еще какая-то предвзятость. Я их вот это, а остальное я нормально вязала. Вот уголки и обвязы, это было мое. Она мне обвяз сунет, я вот эти обвязы только так, любой. Вот. Это мне вот, я спокойно вязала. А у рукава с мамой, получается, одинаковая была, да? Ну, повязки. Ну да, совпадала. Ну да, наверное, да. Ничего, как-то. Иголочки же были вот тонкие, вот тоньше вот этих вот были иголочки еще. Прям тоненькие, беленькие. На тонких иголках платки тепло вязали, да? На тонких иголках платки тепло. Да. Но пухартель уже в то время вязали машинная вязка, середка. Вот только прям все отдавал, и они вязали середку, а мы обвязы вязали и каемки. Тогда же вязали, вот я знаю, что вот эта вегонь, а она мне, между прочим, нравилась. Вот сейчас нету нигде вегони. Даже узнавал, что это. Это типа ламы, какая-то типа ламы, животное. Вот. И у него вот такая, как у ламы, вот... Пух она, не пух. Ну, пух она, наверное, пух. Он грубее немножко. И вид у него, он сероватый такой, светлый, стальной он вид. Но в свигоне тогда вязали, вот наше пухпроизводство свигоне. Я слышала, что и свигоне вязали для, ой, как они называются, для ука вот этих вот колонии. Ну, женские колонии. Там смесовая была пряжа, там много там отходов в основном уходили туда, в вегонь. Ну, вегонь вообще-то, вот знаешь... Это, наверное, что-то такое было просто второсортное. Были простенькие, да. Вегоневые, а были вегоневые еще и не простенькие. Знаешь, какие каемки? Вот такие были на 10 зубчиков каемки, на 10, опять. Ну, это же такая... Шикарная. И причем очень сложный узор, вот обязательно был со сложными. Очень. Это от задания зависело или это от вязачества зависело? Нет, от задания. Это правда? Нет. Говоришь, что надо связать сложный? Или, нет, вязать, сложный – это однозначно. Ты там вот эти вот и не свяжешь. Это надо было вот узор какой хочешь. Вот не было определен, а какой хочешь, но он должен быть сложный, красивый, большой. И вот во всю ее вот это я вязала эти, они были вегоневые, тоненькая такая, тоненькая пряжа была вот у этих, которые вот она, и он вот такой серенький, светленький, и он типа наших ажурных, только он серенький такой вот был, сероватый. И он такой из тонкой нитки, он очень красивый выходил. Каемки такие красивые, обвязы, соответственно, да, там большие. Как вы описываете его, да, они очень его. Красивые были. А так вот, если вегоневые, обычные, да, ну, может быть, там и хлопок был, потому что они были немножко потолще, и вот как-то простой там. Довольно-таки простой этот рисунок был. Но вот принимали их же все, и вот говорили, что вегонь уходила на ука. Ну, наверное, не те, вот у которых каемки-то были большие. Которые каемки большие, я бы сама его с удовольствием носила. Да. Вот. А вы, получается, до 4 класса, да, немножко мучились с палками, потом, говорите, попроще стало? Потом попроще, потом мама меня не стала гнобить с каемками-то, она мне только уголки довязывала. Учились все это время? Ну, в школе же. Что в приоритете? Ну, я... Или учеба все-таки? Вот это мне интересно. Слушай, ну я не знаю, я как-то... Даже я учебу что-то не помню. Ну вот бабушка, все равно в квартире вязали, бабушка маме сказала, мама же не отсюда, она у меня Шарлотского района, а там платки не вяжут, там вяжут, да, платки вяжут шерстяные, тонкорунные овцы, они шерсть придут, ну такие головные, они грубые все равно. И вот говорю, к бабушке приедем, она вот так вот возьмет и тут говорит... Ой, доченька, как же это ты? Они как-то доченька, они орловские там переселенцы. Как же это ты в руках-то ее? Там же, конечно, вот такие спицы-то.
это толстенькие для шерсти. Как же вы ее в руках-то держите? Вот мы сидим, вижу. Внученька, да как же ты ее держишь-то? Я говорю, да, вроде мы-то привыкли уже как к ним. Вот, а у них нет. Носки вязали, варежки. Там все тоже вот это вязали. Но не платки. Вот. И моя бабушка по маминой линии. Оренбургская область. Да, 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 да. По маминой линии вот бабушка, она оттуда же вот. Она была очень искусная ткачиха. Они вот там, она ткала, говорит, в голод в 22-м году, а выжила только за счет своих рук, потому что очень много было у нее одежды, вот ею соткано вот эти вот ткани, она очень красивые, говорит, какие-то наборные пояса, вот, видимо, вот эти цветные были, она очень красивые пояса, то есть она, ну, работящая была бабушка. Вот она... Такая вот была. Моя другая бабушка, она очень хорошо шила, вышивала. Поэтому я от нее вышиваю и шью. Ткать я не ткала, потому что бабушка моя там в Шарлыцком районе, а я здесь. Вот. Поэтому вязала бабушка. И мама, когда уже трое нас было, мама хотела работать на хлебзаводе, а бабушка сказала, не, я с этой лихой троицей не останусь, ты давай... Айда в пухартель, я буду помогать вязать, но только присматривай сама за детьми. Мама, ну, получается, только пухартель работает, да? Ну, вот в общем-то, здесь, да, она, до, ну как, до того, как мы переехали сюда. Нет, вот. Я имею в виду, вот когда она работала в пухартеле, она работала только в пухартеле. То есть она вязала постоянно. Только в пухартеле, постоянно, mm-hmm. Конечно. Это все, это они вот, они у нас вот все, у нас вот тетя Нура, мама, рядом Чекунова, тетя Маруся, с этой стороны вот тетя Галя Ибрагимова, это Евгар, и там вторая Гатия Ибрагимова на другом углу тоже, они все вот в это, тетя Катя Мананова, тут вот подряд они все вязальщицы были, поэтому они как-то вот это... Утро начинается, нас всех распинали, и это мама сказала, я-то вот была маленькая еще, я, наверное, братья в первую смену, я во вторую или там наоборот, она скажет, так, их проводили, так, все, а мы пошли сегодня, пойдем к Варе на посиделки. И вот меня берут, соберет с собой, я сижу, они вяжут, а я еще маленькая, я сижу. Они же смеялись, говорит, ну это, мамин, мне хвостиком так и звали, хвостик мамин идет, я никуда от нее, пока вот еще маленькая была, а потом уже вот с каемкой, все, сядут, они сидят, я сижу как копанный, мне на строг нигде не лазить, сидеть, мне все там скажут, Танюшка, на конфетку шоколадную, а у нас мы тяжело жили очень, что шестеро. Серьезно? Да, ну, на, нет, нас шестеро, бабушка, мама с папой, да нас трое. Нет, мне не разрешали брать конфеты, ничего вкусного не разрешали брать. Нет, не, ну скажи ей, чтобы взяла. Почему не разрешали? Почему? Уже угощали. Потому что это неприлично. Вот, ну, вот так вот мы вот и жили. Ты смотри, а планы какие были по хартеле? Мама сколько вязала в месяц? А планы? Там план был, вот если... Ой, вот эти вот черные, вот, ну, чтобы вот от пуха, начиная полный процесс, это считалось полтора платка. Полтора. Начиная от переборки, начиная да, от обработки. Да, да, да. Ну, мы два вот вязали. Ну, и если так, в принципе, можно было, наверное, платок, как полтора платок, наверное, и на следующий два платка. Ну, мы вот два вязали. Иной раз, ну, три это было очень тяжело. Три это много. Ну, мальчишки помогали? Мальчишки? А как же? Тоже, да? Нет, ну... Выбирать. Пацаны все, да. Вот у Любы, тоже, наверное, любили, у Любы брат-то говорил... Никогда не женюсь на сорокташке. Никогда! Потому что сорокташки вяжут, будет пух, будут волосы. Никогда! Он, правда, не женился на сорокташке, а тетя Нюра говорила, давай-давай, женись на ком хочешь, если не на сорокташке будете это, лапу сосать. На сорокташке всегда сытый будешь.
Конечно, сейчас мы все в основном-то стараемся чёску, где поменьше пуха, и стараемся, я вот через гребенку приловчилась, что у меня тут уходит волос. Потом, когда придешь, волос насыпанный. Но лучше бы, конечно, выбрать. Ну просто какой объем труда вообще? Это объем большой. Это же все на ваших детских плечах, все было на плечах матери, да, и бабушки. Зато это такая усидчивость детства. Ну, мама тоже сидела, выбирала, я помню. Бабушка, конечно, не выбирала. Ну, зрение же, наверное, то было. Ну, и зрение не то, и все-таки хозяйство. Надо же было и поесть сварить, и все. Но мы вот, мама посадит газетки, посадит всех сама кружочком на полу. Вот. В общем, там, вам братьям туничку что-то... с детства сделали, да? Нет, они это самое. Витька знает нас, что это тяжело. Это труд тяжелый. Конечно. Для меня вот в то время было середку связать, середку, да? Для меня был колоссальный труд. Я даже не знала, как я к ней приступлю вот руками. И кто сейчас вяжет на машинке середки, я уверена, знаю, что половина из них боятся даже вот вязать все руками. Вот кажется, такой объем большой. Ну вот как-то я. Ну это правда, это просто это колоссальный труд. Объем большой, все. Ну вот уже вот, как начинаешь вот вязать, а для меня уже самое страшное это каемки связать. Я вот каемки сейчас связала, и для меня как нечего делать эту середку от бульдерики. Раз, я как-то ее вот уже этапами. То есть у вас с детства все в Китае? Подсознание сидит. Мы тогда не вязали руками, редко вязали руками. Себе только вязали, да. Вот себе мама вязала руками, но я тогда не вязала руками середки. И я потом вот как-то это самое, а вот сейчас я, причем я начала вот вязать, почему? Я, ну, навык, конечно, не утратишь, я все-таки вот после вот этих вот моих закидонов-то, я хотела вязать кофточки. Ну, шапки я умела, варежки я умела, носки умела, да, я все, бабушка меня учила, и я это все абсолютно умела, вот. А мне хотелось кофты вязать. Люди кофты вязали, я хотела тоже кофты вязать. Ну, раньше, наверное, еще одежду, наверное, просто купить было. Конечно. Это ну, да, купить. Нет, я хотела, да, такую, какую мне надо связать кофту. Я вот помню, первую кофточку я вязала, где как раз мне, наверное, лет 19 было, я в Башсоюзе работала, думаю, свежую купила, как сейчас помню, вишневую, эту шерсть купила. И, ну, я же вот все-таки шью, и вот я так вот прикидывала, прикидывала, вот все, это я все правильно прикидывала, кроме одного, что у меня получилось декольте. Вот это вот я, Александр, я ее поняла, свои ошибки, я ее перевязала. Распустила, я и сейчас распускаю. Когда это самое, у меня мамытин что-то раз говорит, ненормальное, я платок связала, большой платок, и оказалось, что у меня где-то вот там, ну, рядов 30. Не то полоса, другая вот темнее пошла. Ну, короче, или что-то там было. Я говорю, ой, нет, мне это не нравится. Я ее распустила. А снизу нельзя распустить, да? Только нет, сверху. Нет, только сверху. Я ее распустила. Она говорит, ты что, дура, что ли? Да ты представляешь, ну, огромную середку распустить почти до конца. Я говорю, Люк, ну не лежит у меня душа. Вот я понимаю все, люди купят. Ну, я не могу вот. Ну, не лежит у меня душа, значит, я должна сделать так, чтобы она у меня лежала. Не все. И вот я вязала вот эти вот кофточки вот на одной, потом я дальше. И я, в общем-то, себе кофты, свитера, себе, маме, папе. Но это не был заработок. Нет, это вот все просто обвязывала и все. Обвязывала, обшивала, все это. А потом думаю, вот я прясть не умела. Мама у меня тоже прясть раньше, но она же не отсюда, не умела она так прясть, бабушка пряла, а бабушка попала в больницу, что-то у нее с желудком, с пищеводом, не знаю, она, в общем, лежала в больнице, а тут план, а надо уже было давать середку и вообще вязать, и мама говорит, я посмотрела, и пух-то все это она сделала, а прясть некому. И она говорит, я посмотрела, думаю, ой-ой-ой-ой, лето закрылось с утреца в доме, чтобы никто не зашел, не увидел.
Игорь, села и давай прясть. Ну, естественно, первый раз. Ирина Михайловна, как первый раз не придете? Никогда. Она наполосила, наверное. Напряла. Она не наполосила. Человек первый раз спрял. Это она, значит, и толстая, и тонкая, и что угодно. В общем, короче, она непонятно, что там. Она напряла это все, посмотрела на свою работу. Нет, вообще близко не годится. Она села. Ты представляешь, какой труд? Это я в нее упорная. Она посмотрела, нет, не годится. Она взяла эту пряжу, еще же она не сучена, она ее взяла, дралки. И перечесала. И ей она ее разодрала. Пряжу? Да. Да. Это сколько надо уметь? А это же пух-то, не был бы свой, вытянул бы. Или на варежке. А это же государственный пух. И она ее передрала, опять сделала пухом, и села, и все-таки спряла в пухарте. Спряла, ну, может быть, я не помню, ну, может быть, там, ну, сорт, может, все-таки у нее, может, где-то полосочка. Но приняли, все нормально. Если приняли, она, уже да, да, она связала, и все. Она пришла к бабушке в больницу, а та там переживает сроки. Надо прясть, она в больнице. Нин, ты хоть мне сюда что ли принеси, я где-нибудь вот. Она говорит, да ладно, не волнуйся, уже, говорит, уже нас, и уже это, середки связали. Она, какие середки, как связали, кто прял? Мам, я пряла. Она, да ты чё? Ну все, ты, говорит, наверное, там наворочила. Да нет, ничего, говорит, вроде. Ну и все, с тех пор мама стала прясть. Ну а мне-то она не разрешала. Я раз пух купила хороший, она у меня его отобрала. Говорит, нечего портить такой хороший пух, на нормальный платок свяжем. Ну раз, второй, по-моему. Потом думаю, не, блин, отберет опять. Я взяла, купила пух. Думаю, пример же есть. Я тоже закрылась в квартире, села и начала прясть. Ну, видела тоже сначала то, потом это, ну, короче, по примеру мамы, я с тех пор приду. И тоже напряла потом, связала платок весь, пришла, говорю, вот платок связан, кто прял? Говорю, я пряла, а как это ты пряла? Я говорю, а я пух купила сама. Она, да, собака такая. Я говорю, ну, ей стало. Ты же сама научилась? И я также научилась. В общем, настырные. И все, с тех пор приду. Ну, вы придете-то не по особенному, Владимир, как бы, так как он мало кто придет. Потом... По большому счету, да, у вас придение и толсто могу, и тоненько. Я все хотела вот палантинчик себе серый вот такой связать, серенький. Хотела тоненький, то еще тоньше этого, думаю, тоненький хочу, вот красивый. И я, единственный его недостаток был, я не разобралась, что мне ангорку подсунули. Вот. Серый красивый был, ну, ангорка оказалась, но я все-таки это, и я шелком, вот через палец, я тогда, мне Зина Ржибаева, наша сотрудница, она говорит, я тебе покажу, через палец надо прясть, то есть придешь, и через палец она ссучивается сразу, ну, это не запредной. Она просто одна операция сматывания. Дело в том, что у нас придение в одну сторону идет. Вот придение, это вот кто не понимает, а многие не понимают, придение это у нас вот в одну сторону мы крутим, вот это придение. Вот в эту сторону, да? По часовой. У нас. По часовой. Крутим, вот эта нитка идет, вот по часовой закручивается. А сучение у нас идет в обратную сторону, в эту сейчас, сторону. Чтобы нити между собой соединяли. Они вот когда, да вот смотри, возьми любую простую нить, вот простые две нитки, вот они уже сученые, да, там, или это. И если ты их будешь вот сворачивать вот так, вот они сами лягут куда им надо, они скручиваются. Ну вот видели, у детей помпончики разные висят, это же не специально ничего, это просто вот так берешь их две, они скручат их раз,
И она сама скручивает дверь. Вот потому что, как это вот, придение и сучение в разные стороны, и оно вот скручивается. А вот когда через палец, тут получается, ты ее придешь, и она в ту же сторону, она наматывается. То есть сучится, но она нормально, она лежит. Если вот мы первые вот здесь брали же, помните, было говорила отвратительная пряжа, кто-то там умудрился на машинке, я так понимаю, на машинке, у меня тоже есть машинка, на машинке, видимо, взялся сучить прядями, вот, тростили, сучили, и он не переключил с придения на сучение в другую сторону. Это была не нить, это было отвратительное что-то, потому что она вот так набегами, она же разматывается, она не сматывается на это, а разматывается. Приденная она разматывается, да? Или он тут, он на нет, наверное, там было придение уже, и он на придении, то есть в ту же сторону, она не обматывается. Всегда круто и перевязать. В общем, не нам досталось, Татьяна Владимировна. Нет, она была отвратительна. Потом я еще пришла, говорю, вы скажите этой вот, которая прятала, что она пусть машинку переключила. Они говорят, да это не она, это он прятал, это сучил. Я говорю, ну вот не помню. Ну, бывает и сейчас. Да, не понимают, что раз не идет она нитку, он же видит, что эти набеги. Надо сообразить, что это вдруг. Ну, не все понимают, что это в разные стороны. Вот. Вы сказали, что персюк был. Я, честно говоря, думал, что в Советском Союзе, именно в Артеле, но вообще 80-90% был именно местный пух. Это не в Артеле. Ну, что, придонно привозили, вот Мирянский пух был. Нет, все-таки. Но по Кусмехозу такие мощные были, если вообще сырья столько было. Волгоградский был дороже, его в Пухартель не закупал, по-моему. Ну, если закупал, то очень мало. А вот персюк, это, я так понимаю, персюк, это пензенский, да? Пензенский, вот. Вот пензенский полно привозили. Ну, мягенький тоже, он тоже хороший. Он не такой, как наш, но он тоже вот мягкий такой. А большинство все-таки местного было или нет? Или нет? Не всегда? Ну, вот во мне. Все мои каноны рвятся. Нет, это же губерля тогда были тоже. Ну, вот губерля эти. И губерлинские было. Закупали где, видимо, вот все-таки это же наша вот оренбургская фабрика была. Мы же от фабрики как же, да, были вот? Нет, вы отдельно были. У фабрики своя была. У фабрики была своя, а комбинат был свой. А, ну, комбинат или что, но мы от Оренбурга были. Ну, естественно, конечно, вот. Комбинат. И там вот они канарами этими большими закупали этот пух. Где уж они закупали? Я читал в архивах, как они делали. Были большие чувалы. Интересно, как они забирали. То есть они брали вес определенный, вес распределяли между вязальщицами. Каждый давали там по 50, по 100 грамм. Каждая должна была спрясти, обработать пух, спрясти и связать изделие. И они потом смотрели, с этого чувала забрали, с этого, оценивали качество, смотрели, какую надо сделать смесовку. То есть там все было очень продумано. Не знаю. Это так, ну, по крайней мере, по тем данным, которые были, их каждый год, каждый закупку пуха сопровождался вот такими движениями. Может быть, там где-то на головном. Да. А нам что? Ну, вам уже распределили то, что было. В наше пухопроизводство я вот помню, что придешь, у них вот эти вот, ну, они их называли канары, такие мешки черные, огромные были вот с пухом. Они вот стояли, она вот брала нам и вывешивала, я уж не помню, 300-330 ли грамм они вот давали вот его грязного. А сколько на отходы полагалось? Не помните? Я не помню, но это, ну, сдавал же, мы же сдавали эти отходы. Тоже отдельно забирали, чтобы все сдавали до грамма. А как же, а иначе скажут, ты что, себе что ли ты там воруешь что ли? Нет, все сдавали. И это я говорю, вот а хлопок особенно, я вот помню, это прям вот через эту вот чесали, вот бабушка вот прям вот. Ну, даже вот покажем, видно, не видно. Да, вот через нее чесали вот так такое. Вот. И вот. Все, ну, мы вам тогда и пуху дадим. Да, и пуху дадим. Вот. Нет, зачем? Вы можете не показывать, просто. Вот ее вот так вот чесали когда. А вам через ногу наставили. Да, конечно, через ногу. Донт я через ногу. И вот, вот так вот ее вот этот вот выходит. И вот, бабушка вот так вот, вот выбирала все, и вот так вот, вот выбирали. Вот он оставался вот тут вот только тут. Вот только они все. И вот да, и вот мы сейчас, я вот
сейчас вот обрабатываю, когда я, конечно, а что у меня тут и волос остается, и все, и вот эти вот, вот клочки. У меня не такой вот мой, этот, мои хлопья, их еще можно на носки или на что-то там. А те вот так не снимали. Вот видишь, тут вот какие-то пушки. Все эти пушки, вот их еще вот этот самый. Он хлопок доставался вот такой настолько вот. Настолько человеческий труд был менее да, ценен, вот чем вот видишь, какой. И он тут вот, вот действительно один вот хлопок оставался. И наверное, все равно значит, на носки уже не пускали, да, вот так находят. Ну, да, вот а ничего-то с ним делали. Может, валенки валяли, там добавляли, или кашму какую-то. Куда-то добавляли. Все переработали. Потому что вот куда-то, да, я что-то где-то читала, куда-то они его добавляли все-таки. Да, вот Саня, как у вас обстояло дела вообще с тем, что подушки вязали, не вязали? Вязали. Какая-то среда была общая, конечно, связана с вязанием. Просто насколько это было в детстве, ну понятно, что родители заставляли, а насколько дети вообще к этому сами тянулись? Потому что все-таки, ну как ты заставляешь через колено? Куда мы тянулись? Нам родители сказали, у каждого своя норма. Сказали вот. Вот у тети Гали, у которой, говорю, мы вот ночевали, жили вот, вот это до августа, у нее была Рашида Рая, она на год, она 56-го ноябрьская где-то, а я 57-го мартовская. Мы в параллельных классах учились. А Хайдар, он был, наверное, с моего года или с 58-го, ну как-то на год он младше. В общем, мы вся троица-то вот это была, одногодки, считай. И вот Рави, я, Файзулины, девочки, придем все, сядем, ну, родители там себе, а мы пойдем, сядем у них за этой, за землянкой в огороде, там тут картошка, а тут стеной-то летом не жарко, мы что-то разошли. Сядем втроем, намотаем втроем нитки-то, и сидим, кто быстрее. Ну, конечно, торопишься, и быстренько вяжем, быстрее свяжем, быстрее на улицу пойдем. Вот. Сидели, вязали, а как же матери же дали же нам задание. Вот и сидим вполне. Это была цель помочь родителям. Да. Или выбирать. Вопросов не было, да? А вопросов вообще не было. Я просто смотрю сейчас вот даже на своих детей. Ну, они, в общем-то, так-то молодцы, но... И ты им задание сказать четко не можешь, что вот ты будешь делать, если он не хочет. Это еще спорный вопрос. Тысяча причин будет. Да, это тысяча причин. Спорный вопрос. Сделает он или нет, это спорный вопрос. Ну, я просто посмотрю. Это только как-то вот кнута и пряника. Вот у нас был кнутом и пряником, да? А сейчас только пряником можно заманить детей на что-то. А кнутом не вылазит. Вот так и не выходит. У вас все-таки, я сколько вот разговариваю с вязальщицами, другое мировоззрение, другое вообще, ну не знаю, вообще восприятие жизни вот другое. Если родители сказали, времени, что надо... Но даже разговоров не могло быть. Это было, наверное, время. До сих пор у меня есть. Мне вот, я сама себе задание какое-то дала, да? Я вот же говорю, Люб, ну вы же ненормальные, что ли? Пришла к ней, да? Я тут с этими грибами. А она, значит, уже огород убрала. И уже ей, но она, правда, не сама копала, но ей вскопали, уже она наняла, я, конечно, сама копала. Вы еще копаете сами? Да, думаю, потому что я вскопаю, я все, что мне надо там. Ты какие-то сам, вы реально себе огород сами копаете? Конечно. Ну а как же, а сейчас вот найми кого-то, не в деньгах дело. Дело в том, что он просто вскопает. А надо просто с душой, да? А я с душой, я смотрю, у меня то слива дают побег, я его выкину. То малина, где мне надо, я ее тоже выкину. А чужой он что, вскопал да вскопал тебе, а потом весной что будет там? А тут подруга говорит, слушай, а сейчас вешенки еще можно резать. Но как до них добраться? Вот. Ну, сейчас вам будет... надо на машинку, стремяночку приспособить? Вот говорю, ну есть же у нас куча богатых очень людей. Ну, может, у них вот у кого-нибудь была какая-нибудь окошко ненужная. Ну, на ходу. Татьяна, ну, кстати, может, и чуть и прям бы вот если бы мне ее подарили, может, или ремонт бы моей капитальной организовали.
Я прямо ценую. Ну, у меня не дышит все, да. Она уже, а в этом году ей 18 лет, она совершеннолетняя. Поэтому я ее сейчас жалею, но это просто вот мне вопрос вот прям нескольких, наверное, лет, потому что я уже на ней не могу куда-то... А сколько за рулем, может быть, молодой? Ой, за рулем? Ну, лет 30, не меньше. Так, сейчас скажу. Ну да, Саше было 10 лет, а у меня уже были права. Саше 42. Ну что, лет 35, наверное, около 40 лет. Знаешь, я вот начала вязать же, уже вот до пенсии, ну я... Вы же вязать, я так понимаю, вы как в детстве вот навязались, как вам все это привили, и немножко у вас оскомина появилась. Оскомина, да, я говорю, я вязала все, вот что интересно увижу, я все вязала, кроме платков. Вот вязала, ну платки я тоже вязала один где-то в год, вот, чтобы не терять навык. Паутинку, вот, палантин, вот, хороший палантин вышел, говорю, хоть, ну, я его поносил, конечно, все, ну, ангорка была подлая, теперь я знаю, что такое ангорка, вот, и когда, а вот перед, ну, не то, что перед пенсией, ну, да, на пенсию, как бы, лет за пять, наверное, я думаю, что я буду на пенсии-то делать, думаю, надо... Ну, я тоже, что сидеть вечером, думаю, да я сейчас начну потихонечку вязать платки. Ну, и стала вязать. Чувствую, что-то мне прям так неинтересно. Ну, сдавать ее. Что я буду сдавать на машинку? Не знаю, как напряла, я в перевязь. Думаю, вдруг там полосы какие будут или что. Я в перевязь их. Думаю, что я такое-то мне так муторно вязать эту середку, она простая. Ну, да я ее с узором свяжу. Сделал схемки, ну, давай с узором вязать побольше. Так, побольше, 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 потом полностью, наверное, стало. Вы схемы всегда чертите? Да. Начинаете. Я углы вычерчиваю в основном. Если я вот как Люба вот вяжет этими, то я вычерчиваю углы. Угол, когда два узора стыкуются, вот так, они же не всегда стыкуются, ну, их же нельзя стыковать. Мне приходится угол, он же другой немножко, из этого узора и из этого что-то среднее там находится. Они же угловые узоры, они обязательно... перекликаться. Тут что-то другое. И вот поэтому я вот его рассчитываю, а угол обязательно вычерчиваю, потому что его начинать надо, он другой будет. Он будет вот сразу идти, чтобы ему разводиться и сюда, и сюда. Поэтому... Их это надо тоже просчитывать их, иначе там промежутки будут. Татьяна Владимировна, так мы вас немножко отвлекли. У вас как опять любовь с платком-то зародилась? Ну вот я говорю. Вы вывязали его платочек, который серединка была стажерная и да. Принеслась? Ну, а говорю, я первый-второй раз вот так связала, а потом у меня в каком-то платке, ну я никогда не повторяю все узоры. Ну просто там где-то. Я чувствую, что я попала на то, что у меня вот в начале вот промежуток между узорами и конечный, где мне надо, а у меня там надо его уже завершать, а у меня... Все, задача для решения, да, получается? Да, и думаю, опа, здесь надо схему полностью, рассчитывать полностью. С тех пор начала яйца, вот начала уже рассчитывать. Все, они у меня симметричны, нормально. Ну, это получается задача, которую надо решать.
раз задача, которую надо решать, значит, это интересно. Это интересно. Ну, во-первых, интересно. Во-вторых, согласись, что это и правильно. Ну, естественно. Ну, вот так вот. Они думают, вот, дело в том, что люди по схемам вяжут, вот просто взяли схему, и вот так вот там вот накид, задви, там это все, вот она сидит и вяжет вот так вот. Они думают, что и у нас это так. Нет, мы схему, я уже говорю, я чего его буду по схеме, когда я его знаю наизусть. Смотрите, получается, был достаточно большой перерыв с детства и до, ну, говорите, там лет 5 до пенсии, да? Да. А насколько сложно вкатываться было? Потому что, ну, многие же вообще, там, ну, не знаю, тоже десятилетиями не вязали. Я думаю, просто даже боятся опять начинать. Кого-то тоже в детстве учили бабушки. А что тут это бояться-то? Не сложно было? Нет, ну я же всю жизнь все равно вяжу шапочки, варежки, перчатки там. Руки, да, руки помню. Я же все равно все это вяжу. Да? Мне какая разница, платок отвязать или каемку, или это. Мне абсолютно все равно. Чего вам больше всего нравится вязать? Даже не так, Татьяна. Что вам больше всего нравится? Новое. Вязание, да. Новое. Только чтобы новое. Чтобы голова работала. Да. Новенькое что-нибудь. Такое интересное, такое красивенькое. Сейчас вы что вяжете? Сейчас что вяжу? А это вот я в пухартель платок. Степь. Косто. Косто. И параллельно я же 15 штук навязала следков всевозможных. И все их раздарила. 15 остались у меня одни. Простенькие. А думаю, надо же мне следки связать. Ничего же мне вот это самое. И вот сезон подошел. Начала следок еще, параллельно этому. Думаю, кину, следок повяжу, этот начну. Давайте прям чуть-чуть про вас еще расскажу. Что, на самом деле, Татьяна Владимировна – это человек, которому отдаются самые сложные схемы на разработку. И если какой-то у нас новый поток появляется, то, ну, если он сложный, то первого увидит как раз Татьяна Владимировна. И именно она делает на него схему, именно она просчитывает все, она отвязывает первый такой... боевой экземпляр, после которого уже начинает работать с ним основные, ну, другие вязальщицы, которые уже занимаются вязкой. Поэтому через Татьяну Владимировну у нас очень много что проходит, и она, ну, такой определенный мозг. Ну, не мозг, но так, как ну, стараюсь. Разработчик, инженер, можно сказать. Почему ну, вот Ирина Михайловна новые... часто говорила про ваше техническое такое образование, технический склад ума, ну, в этом тоже. Ну да, я все-таки, наверное, все просчитываю. Математика, я с ней дружу. С детства, с математикой. Это сразу видно. Скрупулезность, точность в вязании, в схемах, везде, пунктуальность. Ну, я говорю, я не люблю сама. Если мне не нравится, вот одна петля, я ее или упустишь, или что, люди заделывают. Я лучше я распущу, но и не буду это вот. Я лучше перевяжу. Называется перфекционизм. Не знаю. И нам в этом очень повезло. Ну, это не здорово. Люблю я вот, когда вот где-то огрех. Говорит, ну, никто не видит, никто не знает. Ну, я-то знаю сама. И у меня на душе это вот будет вот мотаться. Ну, так не люблю. Я люблю, чтобы все было в норме. Хотя бы та работа, которую я людям отдаю. Себе, ради бога, можешь, что хочешь делать. А для людей надо делать все правильно. Обычно все думают наоборот, но это очень правильная точка зрения, на самом деле. Не-не-не. Благодаря вам, наверное, у нас что-то еще существует, держится. Татьяна Владимировна, а какие у вас, может, случаи интересные были с платком? Ну, жизнь интересная же все равно. Что-то было такого, что запомнилось? Да ну, что оно может запомниться? Я вот уже говорила девчатам, что вот с платком было вот такой фигня, когда мама мне связала из двух тонких ниточек, по такой шикарный платок. А пух оказался вот с мертвых коз. Mm-hmm. И мы его, конечно, продали быстренько. Ну, лежачий, да? Нет, он вылезал. Вот если вот кто не знает, то должен знать. Если козу зарезали на мясо, а потом с нее пух состригли или вычесали, ну, со шкурки, то этот пух обязательно будет шикарно пушиться и весь останется на одежде. Как бы его ни прилей, как бы никакой, все равно. Хоть он будет пушиться обязательно, даже если при жизни у козы не пушился пух, угу.
потом будет пушиться. Он обязательно будет такой красивый, пуховый, весь будет вылазить. Вот он как будет вылазить, пушиться, так он постепенно, прям прямым ходом и вылезет на одежду. Все это нельзя. Ну, если для себя, ну, на год, ну, на два, на максимум. Ну, и будешь каждый раз ходить, да? Не надо это. Татьяна, расскажите, пожалуйста, какой-нибудь, ну, даже не то, что секрет, может быть, прием какой-то. Ну, хотелось бы, чтобы каждая вязальщица что-то оставила свое про вязание. Ну, что, может быть, как вы вяжете какой-нибудь узор. Хотя бы просто там на пальцах может показать, может быть, на спицах показать, может быть, рассказать, может быть, какие-то тонкости. Просто небольшое на одну, на две минутки. Ну, какой узор-то? Какой любим? Я-то знаю, что у вас одних горохов. 5 методов разных вязания. Да, но вот у меня есть любимый узор. Мы его нигде не вяжем. А что это мы его не вяжем тогда? А мы его не вяжем почему-то. Мы ездили в Черный Отрог, да? Мы ездили в Черный Отрог. И который, там платок висел красиво, этот, да, вот платок, он примерно с такого же узора. Я на своих платках обязательно на всех до этого вывязывала вот узор. Угол вот там, вот узор вот этот, я его обязательно как бы по краю середки, вот, я делала этот узор. Он наподобие вот того, что там висит, вот в этом. Вот это мой любимый узор. Он очень красивый, он как у того вот платка, который... Я понял, от ветвлений такие веточки небольшие, да, это да, все, да? Да, 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 и у него вот эти как... вот. Я вот ему делала угол, чтобы вот его свести на угол, и он вот такой. Потому что нижняя часть на наш Т-50 похожа, который царская особа, вспомните. Ну вот это вот нижняя. А вот здесь уже нет, вот эти ответвления. Нет, та особа, она, наверное, из четырех у нее. А это из трех, это мелкие, из трех вот они. Вот эти вот. И он до того красиво смотрится. У меня даже платка вот нету, все пораспродано. Вот. Но я на своих платках всегда, вот, я его обязательно по краю. Это я его обязательно вставляла. Хотя он, это может вот край. А если на каемке, его можно встречный использовать. Так, как использовано в Черноотрожской вот там вот. Там он, в принципе, он вот, да, он из него. То есть это вот элемент одного узора. И у них, и у меня это вот элемент одного этого. И вот он очень красивый, он очень хорошо смотрится. Ну, там вот из четырех вот у них есть, из четырех вот. У меня вот из трех я вязала, мелко такой он красивый. Ну, люди по-разному вяжут. Да, смотри, а покажите, пожалуйста, может, рабочий, ну, мельком хотя бы, чтобы поняли масштабы, а какие тут он пошел. Рабочий, вот это просто я вот это все ваши подсчеты, да? Ну, да. Вот это очень красивый узор. Это он здесь так не кажется, а он вот это, как цепочку, да, так перевитает. Да-да, вот он, видишь, вот да, он? Да. Он так, и вот как цепочка. Я, кстати, цепочка. Такого не видел никогда. Ну, цепочка такая перевитая, красиво очень идет. Я вязала его у себя. Вот. Потом, ну, что вот тут вот? Это. А ну, вот... просто, чтобы люди поняли, какой масштаб вообще. Ой. Ну, это СТ-20, Екатерина Великая. Это, да, это, наверное, Катюша. На каемочке. Вот этот узор очень красивый. Это вот так вот, лесенкой. Просто не у многих вязачек, я думаю, есть такие вот тетради. Вот, здесь вот у меня, это просто я вот, это, что тут было? А, ну здесь вот такой вот. А, это, музей тогда был, это три, которых я вязала, три тоненьких, первые. Да. У него вот серединка, по-моему, так вот что-то было связано. Это вот опять, мне вот этот нравится, очень красивый, он такой большой, и весь такой красивый. Так, это у нас чего? Ну, это тоже чего-то там, это с элементов, потому что мне надо знать было вот, ширину рака. Это я для этих делала, для своих. Без рукавки я вязала пуховые, они тоже, это по низу, наверное, это вот сверху пошли.
Это у нас какого-то алимент. Ладно, мы сейчас все ваши секреты расскажем. Да, прям. А то там, вот он, этот был. Вот тот, тот еще. Угу. Понял, какой. Угу. Это вот тоже с какого-то. Это цена жизни, собственно, здесь. Да, тут всякие. А это вот этот вот. Небольшой период после пенсии. Да, это вот и до пенсии. Вот это сейчас я вот все вижу его. Вот на него тоже. Че я буду там это заморачиваться? У меня все тут подсчитано, сколько петель, сколько чего. Вот. Вот самоварчики. Это самоварчики, да. Вот узор, с которым вот они эти. Вот узор, с которым я же говорю, голову морочила. А это М85 на платке, там середина такая. Они его не так вяжут. Они его не так вяжут. Я вот после этого смотрю, нет, его не так вяжут. Ну, это вот сейчас вот, вот так вот вяжут просто. А он не так вяжется. Я же давала схему его. Много у нас, много интересной женской работы, которую мы просто не знаем. Потом вот если какие-то, забыла, как она называется, челноки вот такие. Видели же вот челнок? И вот там тоже что-то они перекидывают. Вот у меня папа, у меня даже челнок его есть, вот плел сети. Ну как вот я не посмотрела? Ну я, конечно, если бы у меня был большой досуг, я бы посмотрела, как тут плести. Но это же интересно. И много чего интересно. Если бы был досуг, в том смысле, что не надо зарабатывать, и время было, еще пару жизней бы было, можно вообще развернуться. Время нет. И вот заработок какой-то нужен. Все равно пенсии, ну все равно не те они у нас в стране. Что-то... Вынуждены мы вот не сидеть, а работать все-таки, где-то что-то подрабатывать. Нет, я не хочу сказать, человек не должен жить слишком жирно, иначе он совсем раздумывается. Мне кажется, у вас бы интерес не потерялся даже в таком случае. Ну я вообще тут не понимаю, когда говорят, вот я на пенсии вот со скуки помираю. Вот никогда. Вот мне не было скучно. Сколько сортов грибов попробовали? Ну, это... Я немного еще вам отдала сортов. Ну, да. Вот. А так, это, я вообще вот не понимаю, как люди скучают. Да не надо скучать. Вот тут столько не сделанного. Столько интересного. Чувствую, нет, может, тогда тем самым. Потому что, ну, все равно, немножко еще и правда все начнет захеревать потихоньку, уходить в небытие. Что можно изменить, на ваш взгляд? Ну, я думаю, знаешь что, все-таки, уж в Оренбургской области, да и не только в Оренбургской, вообще вот, я же сама в школе, вот шитье у девочек у нас было на первом месте. Мы вот шили, вот когда я училась, мы шили, нас готовить никто не учил. А я что хочу сказать, есть захочешь, научишься, правильно? Правильным делали, что нас шить учили. Но наряду с шить надо, может быть, не кашу варить. Кашу она потом, я говорю, есть захочет, сварит. А может быть, надо учить вот вязанию, немножко шитье и вязание. Вот поровну часы. Хотя бы вот научатся варежки себе связать. Шапочку, потом шарфик. Потом пойдет. Ведь они же... Не в том дело, что она вязать, она, может быть, стала бы вязать, но вот и научиться страх. Вот это, держать эти спицы, хотя бы вот полотно какое-то связать, это же очень тяжело сначала. Вот их надо научить сначала хоть что-нибудь вот просто вязать, и потом уже можно. А у нас нету нигде. Мне кажется, у женщины на генном уровне там сидит. Ну, оно на генном. Вязание любой девочки. На генном, но нужно. Просто надо показать. С детства. Разбудить-то надо. Да, разбудить, да, вот показать. В школе еще. Вот, ей же, знаете, вот домоводство. Я не спорю, это хорошо тоже, что они готовят. Но я вам говорю, нас никто не учил готовить. Ну, научились все. Ну, научились все. Друг у дружки. Вот захочет что-нибудь вкусненькое поесть, у подружки спросит. В интернете посмотрит, изготовит. А вот вязать-то она не посмотрит у подружки, вот как иголки держать. Где вы видели, чтобы где-нибудь, чтобы как их держать? А вы обратили внимание, что мы все по-разному держим иголки? Да. Мы иголки держим все по-разному. Мамыкина так вот вяжет, вот так. И вязание у всех разное, и почерк у всех в вязании разное. А мы по-разному держим. Вот.
Я не смогу вязать, как она не сможет вязать, как я. Мы все по-разному. А Ольга Александровна, она вот так, у нее миленькая, она вот так вот их. Вот так она их. Я не видела. Это. Мамыкина, у нее стационарный палец. Вот так вот их. А я, черт знает, что, у меня вот так вот все идет. А в интернете у одной женщины, я смотрю, она вот этим вот, то, что я вот этим делаю, натяжение, она вот этим натягивает, а этот у нее все время оттопыренный. Это, понимаете, что все держат по-разному, кто как вот стал, тот так и сам. Вот о чем и говорю. Что, все-таки, хотя бы мы стараемся же. Мы стараемся. Делаем. Мы будем, стараемся. Будем пока на это надеяться. Ну вот надо все-таки как-то пробивать через губернатора или что-то. Надо все-таки какие-то изменения делать в учебных планах, вот в школьных. И надо не то, что в учебных планах, а у них же есть, да, у них же есть трудовое обучение, в трудовом обучении, там же у них то свои программы. Кое-что надо выкидывать, что сам потом научится, а вот эти вот вставлять. На уровне факультатива, может быть. У нас же есть факультативы, и сейчас есть факультативные занятия. Можно же факультативные эти, какой-нибудь, или кружковая. Ну, можно же это вот внедрять. Это самая простая и самая правильная мысль, на самом деле. Вот это надо внедрять вот оттуда, когда еще можно либо двойкой, либо подзатыльником тебя заставить. Главное – научить их просто вязать. А там они уже сами пойдут. А вот если бы она умела у меня сейчас спицами обращаться, я бы ее научила каемки вязать. Но она же вот у нас с азов начинается, мы азы не хотим. Она попробовала, а она ж туда раз, она у петля ушла, вот такая дырка, а не получается. А если в школе это было, все бы получилось. Татьяна, спасибо вам большое сегодня за разговор за наш. Пожалуйста. Вы же болтливая такая. Ну нет, с вами же всегда интересно. Самое главное, даже не просто приятно, а интересно с вами разговаривать. Ну, хорошо тогда. Спасибо большое. Угу. Здоровья вам самое главное. И грибов побольше. Грибов, да. Вот чтобы следующий год был. Здоровья, хорошего настроения и продолжать творчески работать.